Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу вам 10 свотчей на помады от турецкого бренда Golden Rose из серии Velvet Matte. Палитра состоит из 39 оттенков. Помада приходит в плотно обтянутой пленке с люде, что обеспечивает ее неприкосновенность. Футляр выполнен из матового бордового пластика с черным глянцевым пояском. Золотыми буквами выбит логотип и другая информация. На донышке указан номер помады, объем аж 4,2 грамма. Сразу можно заметить, что срез помады очень необычный, вогнутый внутрь. Помады заявлены матовыми, но я бы сказала, что это стойкие помады с бархатным финишем. Губы не сушат вообще, наносятся легко. С одного слоя отдает свой пигмент помада. 3-4 часа выдерживает спокойно и не нужно ее поправлять. Не скатывается, не полосит. Запаха практически не имеет никакого. Поэтому я могу сказать, что это просто обалденные по своему качеству помады. Единственное, с темными оттенками я бы, наверное, советовала бы использовать карандаш. Это будет лучше и спокойнее для себя, что точно не будет никакого шанса у помады растечься. Все эти помады предоставлены мне магазином «Комплимент для тебя». И помимо того, что они предоставили мне такой классный подарок, также для моих подписчиков действует скидка 5%. Поэтому заглядывайте в инфобокс, там вся подробная информация для вас.